Всем большой привет, с вами как всегда Ван Майлд, и как ни странно, я все еще жив и продолжаю пилить для вас хорошие видосики. Ну а сегодня мы поговорим про то, что Копс якобы умирает, про уход некоторых популярных ютуберов, ну и определим дальнейшую судьбу канала. Но сначала, как обычно, реклама. Ребята, поймите, что реклама дает хоть какую-то материальную поддержку канала. Я такой же человек, как и вы, и я тоже хочу заработать деньги на хлеб. Так что не возмущайтесь по этому поводу, люди помогают мне и им помогают. Я. Поэтому на ваших дисплеях канал Флойда, на котором вы можете увидеть разные видосы по Копсу. Это те же самые фрагмовики, троллинги нубов, ну и различные гайды. Парень вроде как нормально снимает, но искренне хочу попросить, чтобы вы хотя бы зашли на его канал и посмотрели пару видосиков. Ибо мне кажется, что парню нужна помощь в улучшении контента. Ты можешь написать ему в комментах минусы его видео, и он постарается все исправить. Обязательно поддержите его и подпишитесь. Ссылка в описании. Перед тем, как мы обсудим смерть Копса, я хочу искренне вас попросить нажать кнопку лайка. Ребята, сейчас просмотрим все плохо и плохо. И знаете, мотивация пропадает, когда подписчики не ставят лайки. Давайте наберем на этом видео 1500 лайков. И я вам говорю, что если я увижу эту 1500 лайков, я тут же замотивируюсь пилить новое видео. Так что не будьте ленивыми и нажмите на одну кнопочку. Копс постепенно, так сказать, умирает. Убрали возможность нормального заработка кредитов. Новые сезоны Critical Pass полюбили. Бомб будут говном, которые не будут окупаться, с которых ты уже ничего не поимеешь. Популярные ютуберы, как DarovaYos и AdaVidji, просто-напросто ушли из игры и будут продвигаться дальше. Большинство возмущается, что их вообще просто так кидает к серверам, где одни читеры, как это произошло со мной и моим другом Элитным Котом. Но разработчик мне помог, да и самому уже нет никакого мотива играть. Задание убрали, мне этот опыт к пасу, который я уже давно как прошел, вообще ни к чему. Дайте нам возможность заработать кредит. Пожалуйста. Ну и тем временем я пытаюсь разработчику донести, что их игра тупо умирает, ибо в Копс я уже играю порядка 2 года, и я хочу, чтобы эта игра очень хорошо развивалась, как это сейчас делает Standoff 2. Сам я вообще пока что не планирую уходить из Копса, те проблемы, которые касаются комьюнити, я просто-напросто плюю на это, ибо лично я сам очень редко играю в игру, потому что скучно, режимов нет, ивентов нет, кредитов нет, и мотива играть тоже нет, да и к тому же, просмотры моих новых роликов падают, подписчики не ставят лайки. И знаете, это загоняет меня в ступор. Контента по игре никакого, потому что сама игра никакая. Здесь уже все придумали и больше нечего придумывать. Ребята, не подумайте, что я как-то хейчу игру. Я, ребята, проносил звание популярного ютубера по Копсу 2 года. И за это время я не переходил на другие игры, я также продолжал пилить для вас ролики по Копсу, а также и стримы. Я очень сильно стараюсь, но нынешнее положение мне вообще не нравится. Ну а что по поводу дальнейшей судьбы канала, все останется так же, как и было, только я начну делать для вас реально сверхкачественный контент, придумывать какие-то новые идеи и записывать их, а также делать качественный монтаж, но при этом я буду делать ролики и почему-то своему. У меня также намереваются несколько видосов не по Копсу, но и не по другим играм, так что надеюсь от вас получить хоть какую-то поддержку в виде коммента и лайка под роликом. И под конец хочу сказать, чтобы вы не хейтили других ютуберов за то, что они уходят из игры. Это их полное право, это их собственный канал. Когда я смотрел на уход Ады из Копса, я просто опечаливался ее аудитории, что она уходит из Копса из-за определенных причин, что она не хочет играть, а тут еще и уже называют шлюхой. Она сделала 12-минутный ролик, где она ясно и четко говорит про проблемы игры, и уж поверьте, я с ней полностью согласен. И она сделала правильный выбор, но мне очень сильно обидно за нее, что ее преданная аудитория называет ее шлюхой. На этом все, мои дорогие зрители. Обязательно влепите этому ролику лайк и подпишитесь на канал, чтобы Копс не умирал и чтобы у меня была мотивация пилить для вас годные видосы. Всем пока.